Всем приветики! Наступил сезон кошечки, стоит, конечно, как форель, но кто мы такие, чтобы отказывать в своих желаниях? Правильно? Правильно. Рецепт очень прост. Мелкую рыбку я помыла, обсушила бумажными полотенцами. Если вы хотите хрустящую корюшку, обсушите ее очень тщательно. Валяем мелкую в муке. В муку я заранее добавила соль и перец. Все, ребят, вот и весь рецепт. С рыбкой побольше, все то же самое, только у нее я отрезала головушку. Так, можно про соус к рыбке вам не рассказывать, который я сделала из сметаны, майонеза, чеснока и лимонного сока. А, получается, уже рассказала. Вышло очень вкусно, но если честно, на рыбке 60 я уже начала сходить с ума. Мне тяжело выполнять однообразную работу, поэтому это моя последняя корюшка за этот год. Далее буду только кушать, готовить не хочу. Ну а вообще получилось так вкусно, что я могу и забрать свои слова обратно. И добрый вечер!